Сегодня во всех городах и районах республики открылись социальные, культурные и спортивные объекты. Под символичным названием «Победа» современный физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери сотням мальчишек и девчонок в Ижгуте. Это знаменательное событие сегодня отметили в праздничной обстановке. В торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Подробности у Мурата Джанкезова. Традиционным хлебом с солью и чашей айрана встречают главу республики у ворот комплекса. В приветственном слове Рашид Тимрезов отметил важность и своевременность строительства социально значимых, в том числе спортивных объектов на территории Карачаева-Черкесии. Политика нашего руководства, руководства нашего государства и лично нашего президента Владимира Владимировича Путина, она, конечно же, выстроена таким образом, чтобы мы каждый день все вместе с вами делали все для того, чтобы наши жители, наши граждане жили лучше. Наши дети могли заниматься в прекрасных спортивных комплексах, иметь возможность доступа к хорошему образованию, здравоохранению, к объектам культуры. Устюгутинский район воспитал немало выдающихся спортсменов. В спортивной копилке района 23 призера чемпионатов и первенств мира, один заслуженный мастер спорта России, 9 мастеров спорта международного класса, 85 мастеров спорта России и СССР. 150 человек стали победителями и призерами чемпионатов страны. Численность воспитанников спортивных школ и секций района составляет более 800 человек. Я уверен, что вот здесь воспитается небольшое количество чемпионов, победителей. Других вариантов уже у наших детей нету. Те, которые переступят этот порог, быть только победителями и приносить славу не только родному городу, району, родной республике, но и нашей стране. Самые теплые слова были адресованы ветеранам спорта. Они и сегодня продолжают воспитывать сотни мальчишек и девчонок, прививая им лучшие спортивные традиции. Я хочу выразить слова благодарности нашим ветеранам, ветеранам спорта, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы наши дети росли крепкими, сильными, здоровыми. Затем Рашид Тимрезов осмотрел универсальную спортивную площадку, которая включает в себя мини-футбольное поле с разметкой для большого тенниса, гандбольную и две баскетбольные площадки. Для юных футболистов глава республики провел небольшой мастер-класс. В этом году в республике построены десятки спортивных площадок, футбольное поле и другие. В общей сложности 40 объектов. А за несколько лет в Карачаево-Черкесии открыли 80 спортобъектов, в том числе 12 спортивных комплексов. Мурат Шантюзов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.